Площадь имени Куйбышева сегодня стала главным местом торжеств, посвященных Дню России. Сейчас здесь продолжается монтаж гостевых трибун. Тем не менее, всю территорию продезинфицировали. Военнослужащие 2-й гвардейской армии построены. Все в масках, в перчатках. У всех в руках флаги и воздушные шары цвета российского триколора. Через несколько минут начнется торжественное прохождение, посвященное празднику. Оно же станет первой репетицией на месте военного парада, который пройдет здесь 24 июня. Гимн России на площади Куйбышева исполняют военнослужащие и артисты театра оперы и балета. В ансамбле «Песни и пляски» 2-й общевойсковой гвардейской армии сегодня служат только профессиональные танцоры и музыканты. Андрей Сильверстов в ансамбле с самого основания. Все наши артисты имеют высшее профессиональное образование. Кто хоровая группа, естественно, музыкальное образование, балетная группа, балетная, хореографическая. Вот. Все являются участниками боевых действий. Мы часто ездим и по горячим точкам, и в Сирии неоднократно бывали, и в Таджикистане, и в Осетии. Но петь на родных просторах – особая миссия. В День России гимн исполнили с воодушевлением, так говорят сами военные. Гимн России? Ну, да, и бывает, и за границу поем, и в нашей прекрасной стране исполняем. Центральным событием праздника на площади Куйбышева стало прохождение парадных расчетов, посвященных Дню России. По площади Куйбышева прошагали пешие колонны военнослужащих и силовиков. Олег Зверев, Константин Головин. События.